Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Assassin's Creed, часть первая. Итак, у нас подслушать разговор. Ой, да пощади, конечно. Ага. Блин, пошла вон от меня. Я прошу всего лишь пару монет. Будьте сильными. Эвакуация элемиздан куплюду. Гебер, Что из этой падлы? Нищенки. Надо сейчас резню устроить. Блин. А, наваляем. Все в кровище. Ну давай. Блин. Гасит тварь с двух сторон. Убежал. Ладно. Вот. Успокаивайтесь, давайте. Что случилось? Что это? Где тот, кто заварил эту кашу? Я хочу увидеть его. Услышать его голос. Это можно устроить, но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению. Они могут напасть. Они невежественные и трусливые. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо. Мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. Вот так. Хорошо, придем. Так. Что у нас следующее? Кража. Ну, прямо по пути. Они пошли против воли. Вот так вот разнесу вам лоток. Чтоб неповадно было. Так, кража будет где-то вот здесь. Ой, здесь психов до хрена, они мешаться будут. Всюду вокруг нас смотрит, ждет, избегает нас. Будьте сильными, вон. Сильными, как салаты. Да пошли вон. И сражайтесь с врагом, так как придурки. Севера идет английский король и его армия. Падла. Смерть и ужас несут они. Давай. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Мы нашли место. Точно по описанию. Думаю, что он этим сам займется и побыстрее. А с кем это он разговаривал? Не говорить остальным. Какое-то глюк. Мудрое решение. Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Но уже скоро, друг мой, скоро. Какой-то глюк, сегодня, видимо, последний, да. Последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. А, нет. Блин, не тех подслушал. Все понял. Тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь мальчик. В адресе. Это мальчик бородатый, как что есть. Действительно, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах один. Давай. С севера идет английский король и его армия. Да я ухожу, ухожу, давай. Не ругайся. А почему вы на меня нападаете, ни на кого больше? Ну ты пусти меня, козел! Я стою перед вами, дабы предупредить
Воруем. Опа, письмецо в конвертик положу. В нем тебе два слова напишу. Допрос. Вот так. Пойдемте. Да, все. Блин, этого козла нахрен, этот вонючий, встал еще на проходе. Падла. Так, вот, допрос. Злодеями, желающими поработить ваши умы. Если спрятать эти знания, их отыщут. Но если их сжечь, они больше никогда не причинят вреда. Да, конечно. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, но который вы несете в сердцах. Валите отсюда. И умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Дебил. Ты что, немцы, что ли? Они уничтожали надписи, уничтожь историю. Что? И напиши что свою. И эти падлы также поступают. Так. Пойдем, пойдем. Где, где, где? Давай первый, второй. Блин. Подайте пару монет. Кто ты точно? Это твоя последняя. Давай. Да бандиты-то пошли волосы. Ты хочешь драки? Да твою ж... Какая мерзость. Да примет Аллах твою душу. Да пошел ты вон. Мне вот этого надо долбить-то. Тебя явно надо. Вот так. Или это не ответ, дитя? Еще мое. Как ответ. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Ага, это ага. Не то, что я. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты дебил. Фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Так, ты-то сваливай давай. У нас под боком ходит убийца. Да, у вас там ходит убийца. Так, теперь задание информатора где-то здесь. Вот он, информатор. Кого убивать будем? Аир, друг, я смотрю, тебя тут многие ищут, как и меня. За мою голову тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаив. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг. Ну, давай. Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Кого убить? Он нашел в себе силы. Ага, так не прокатывал. Понятно. Ладно, изменим тактику. Спаси меня, ну вот и все. Давай-ка еще разок. Что это? Как это ужасно? Что случилось? Как это произошло? Кто мог сделать такое? Я знаю, ты где-то здесь! Так. Лучшие товары во всей стране! Здесь теперь. О нет, только не опять. Тебе нигде не найти товара лучше, уверяю тебя.
Так. Нет лучше торговца, чем я. Теперь еще двое осталось. Так, так, так. Где здесь можно залезть где-то? Двое, трое. Подайте хоть чуть-чуть. Так. Ну это уже сложнее. Бежим. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Где-то здесь. Блин. Так, надо, чтобы за солдат вот сюда он зашел. Падла. Так. Последний. Так, и вернуться к информатору, правильно? Кого-нибудь другого. А он... Ай-яй-яй. Да, встань. Время идет. О, флажок. Так, ни на кого не наткнуться. Ни на кого. Пошла отсюда, тварь. Я так рад твоему возвращению. Ты цел и невредим. Мне уже пора идти к семье, но послушай, что я скажу. Я нашел карту, на которой указано, где ученые собираются сжигать книги и манускрипты. Будь осторожен, и да хранит нас будущее. Я передам своей семье привет от тебя. Хорошо. Откуда, правда, у тебя семья? Ты же убийца. Задание информатора. Ну, так вот, давайте. Направо. Он нашел в себе силы. На защиту нашей. Что тебя от меня нужно? Пошел нахрен. Он бил человека. Мне было больно, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас. Все, взяли с тебя, что хотели. О, мои пацаны бегают. Красавчики. Привет. Спортом занимаются. Флаг. Флаг. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Вот так, пробежали. Он кого-нибудь убьет. Так, а где информатор? Ой, вот он. Где-то тут. Подайте пару монеток. Наверху, что ли? Я тебя Информатор наверху. Я так понимаю. Что делает это глупец? Подайте пару монеток. Или внутри. Нет, все-таки наверху. Плохие новости, брат. Сегодня я убил тамплиера. Ну, вообще-то, это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Давай. Хоп. Давай, беги, беги. Падла! Калич вонючий. Не может нормально пробежать. Он бежит, как угорел. Пожалуйста, господин, подайте. Вот где вот только он сверху, будет снизу. Вот он бил человека. Куда он так спешит? Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Уже он бежит. Блин. Такие деревянные вы все. Можно поосторожнее в другой раз. Нельзя. Ты не имеешь права так поступать. Я все имею право. Потому что игра установлена на мой компьютер, поэтому я имею право сделать все, что хочу. Не стоит ему так бегать. О, нет. Не вам не указывать, сявки. Стоит мне бегать или не стоит? Ты здесь что стоишь, падла? Альтаир, сюда. Я искал тебя повсюду. Ага, искал. Вот, возьми это. Уискался. Наконец-то весь. Мне можно вернуться в Масиаф, чтобы еще раз я вызвался кому-то помочь. Так, это мы сделали.
Что у нас еще остается? Задание информатора, прилавки, блин. Ну пойдем. Убирайся, чернь, пока цел. Да убираюсь, убираюсь. Нужны вы мне больно. Всем своим стадом. Ох ты, прыжок веры, бук, бук, бук. Я иду громить прилавки. Я буду 25-м хулиганом. Опа! Ой-ой-ой. Падай. Падай. Осталось немножко. Осталось чуть-чуть. По дороге. Надо было смотреть, куда идет. Конечно. Он, похоже, спешит. Еще бы. Куда он пошел? Почему он так спешил? Так, ага. Ну туда надо. Больше так не делай, понятно? Блин, я вас не тронут, еще прокаженных-то. Не. Давай, руби его, руби. Да что ему мать-то? Так, а ты где? Посмотрите на мои товары. Наверху тоже, что ли? Я прошу всего лишь пару монет. Падла, если ты наверху еще. Смотри-ка, что он делает? Нечего на меня смотреть. Флаг. Ну и флаг на него. Альтаир, твое имя у всех на устах. И в кои-то веки о тебе отзываются хорошо. Может быть, ты согласишься помочь мне в одном деле? Джубаир недавно нанял несколько торговцев шпионить за гражданами. Он снабжает их золотом, а взамен получает имена. Ты очень поможешь городу, если уничтожишь стойки с товарами этих торговцев. Тогда все это прекратится. Давай, буду пробовать. Какой странный человек. Так. Так ему и надо. Так, теперь здесь. У меня много разных товаров, даже слишком много. У меня совсем ничего нет. Нож неверный. Да. Сейчас меня не уйдет. Да тихо вы. И не оставил мне выбора. Нож неверным. Готовьте оружие. Тихо. Да. Я же думал, без разницы, да, как уничтожать прилавки. Давай. Вот и все. Становимся инкогнито. Так, надо наверх залезть мне. Давай, 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 давай. Да ты чё, падла, прыгаешь-то? Ты давай. Блин, надо это... Давай, давай, давай. Ну давай! Не дайте ему уйти! Вы чё, специально ждёте, что ли? Урод! Ну, время-то идет. Как я мог его упустить? Вот так вот. Сваливай давай побыстрее. У меня такое чувство, что игра против меня тут бунтует. Осторожней. Ты сделал большое дело, Альтаир. Конечно. Взамен я поделюсь с тобой своим знанием. Тот, кто тебе нужен, одевается, как его последователи. Но ты отличишь его по богатым шитым золотом одеждам и большому кошельку, который он носит с собой. Найди его, брат. Пусть он познает боль. Почему он носится?
Значит, по большому кошельку. По богатым одеждам. Хорошо. Идем в бюро, докладываем, что мы такие молодцы. Добрый человек, я уже... Что мы все сделали. Эти, блин, твари еще... Я голодная, я бедная. Да иди ты нахрен, вас таких до хрена и больше. Что мне вас, накормить и обогатить, что ли, или что вы хотите от меня? Вот. Ну, спускайся. Пойдем расскажем, что мы такие молодцы, мы все сделали. О, герой Дамаска. Заходи и поболтаем. Да. Расскажешь о своих приключениях. А то. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю. Теперь я тебе не чита. Все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салахаддина? Да. Он привлек на свою сторону всех городских ученых. Они задумали ужасное преступление. Какое? Собрать все знания города, все письменные труды. Для чего? И уничтожить. И где это будет сделано? Они перемещаются по городу. Но у них назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Там я найду Джубаира. Отличная работа, как и всегда, Альтаир. Ты сможешь остановить его, прежде чем он нанесет удар. Вот так, значит. Все. Берем и сваливаем. С твоего разрешения, Рафик. Ну, конечно, ты можешь начинать, когда сочтешь нужным. Неси славу братству. Ну, все, отпускай меня. Перемотка на более поздний участок памяти. По кошельку, значит. И золотым одеждам. Хорошо. Так, они вроде разбежаться должны. Так. Хоп. Опа. Он нашел в себе силы встать. А там вход только сверху будет. Это я хорошо помню, потому что там... Вот здесь, вот, если я не ошибаюсь, а я не должен ошибаться. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Ой. Закрой рот. Нельзя пока, да? Так, или что, или мне убить тебя? Все, сняли ограничения. Давайте подслушаем. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум. И пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! О, кровожадный убийца, прям, как я. Но я единственный должен быть такой. Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Я встану на твоем пути. Хорошо. Ты меня, правда, не Ваша видишь. Ваша задача проста.
Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Ну, как понимаю, ты, скорее всего, будешь самый последний. А, кстати, тут флаг еще был внизу, поэтому я его собрал, правда. Эй, хотя он мне не нужен. Я тебя где-то видел. Так. Смотрим. Вас, если нет, так я не залезу. Славный давай. Мы все станем свободны! Очистите себя от зла, пока оно не захватило над вами власть! Не думайте, что вы не подвержены его влиянию! Зло несет беду! Так. Славный день! Это не ты. Мы все станем свободны! Очистите себя от зла, пока оно так, не захватило над вами власть. Ха! Назад! Это не ты. Так. Зачем он это делает? Вот он ты. Люди Дамаска! Люди Дамаска. Почему ты это сделал? Покачину. У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если на твой взгляд они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Да. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. То, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Так, сейчас надо свалить и внутриться. Эти-то лошары проворонили. Остановите! Не убейте его! Еретик! И прыжок! Не отдавайте, не дайте ему уйти! Ой-ой-ой-ой, как это не дайте ему уйти? Дайте мне уйти! Убейте его! За что? Хватит бегать, тебе все равно не уйти! А это мы увидим еще. Вернись сюда! Хватите его, хватите! Так, за меня-то не надо хвататься, тут. Хорошо, ребята. Хоп, эй, хоп. Утекай. Красавицы уже лишили своих чар. Машины в парке, и все гангстеры спят. Остались только мы на раз... Терзание, парочка простых и молодых ребят, ла-ла-ла-лай. Вот именно в таком духе мы и сваливаем. Давайте спрячемся. Я сомневаюсь, конечно, что они за нами последовали. Они не такие ловкие, как я. А бюро уже рядышком. Тихо, тихо, тихо. Все. Вот он я.
Альтаир, скажи, мне ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. Вот зачем им кровь? Это ДНК, что ли? Они придавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай Дверей-то ему о нету. Благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Все. Обмен любезно с ними закончен. Перемотка на более поздний участок памяти. Пошли к этому маньячели, который нас всегда направляет. Цель уничтожена. Да. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен Гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Говори. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что Кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Давай снаряжение. Мир и покоя тебе, Альтаир. Снаряжение сначала. Ну что ж, а вы пока подписывайтесь на мой канал. Способность короткий повар может потренироваться во дворе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!